во-первых, хочу поздравить хозяев с победой. Это первый домашний матч, и он закончится победой, поэтому как бы честно жмем руки, поздравляем с победой. Мы сегодня не показали, к сожалению, футбола, который бы позволил нам рассчитывать на победу. Это основная причина. Производительность команды была низкая, и то качество, которое было у нас сегодня, оно недостаточно для победы. Да, матч, может быть, был равный. Я думаю, что он и был равный. Вот, а результат просто сегодня за Томском. Замен было достаточно мало сделано со стороны Балтики и в самом конце. То есть можно было как-то ведь изменить, попытаться рисунок игры и так далее. Нам показалось, что до счета, до того, как мы пропустили, мы, в принципе, контролировали матч. Возле наших ворот ничего не было. И не было необходимости каких-то серьезных изменений. Вот после того, как мяч был пропущен, мы попытались свежую кровь ввести в состав. Ну, это, в принципе, не дало особых результатов, потому что серьезные угрозы мы не создали. У Балтики еще планируется какое-то укрепление состава? Я думаю, что со временем, как бы до окончания трансфера окна, есть возможности как бы укрепить состав, усилить. Поэтому в этом направлении, конечно, клуб будет работать. Ну, во-первых, пользуясь случаем, я хочу поздравить всех нутомичей и гостей этого прекрасного города с началом чемпионата, с первой домашней игрой. Слава Богу, что и с первой победой. Вот, мы очень ценим наших болельщиков, и они вот именно сегодня нас поддерживали. Мы им как бы всегда гордимся, что мы играем все-таки, как бы оно ни было, для зрителей. И вот такая поддержка, это, конечно, большой плюс команде. Она именно поднимает дух и, как бы гонит вперед, скажем так. А что касаемо игры, я могу сказать, как я уже сказал, я могу только еще раз повторить, что я считаю, что команда полностью выполнил установку главного тренера Сергея Николаевича. И плюс каждый из игроков добавил какую-то свою изюминку для того, чтобы именно команда победила. Мы очень долго разбирали команду Балтики, потому что на самом деле хорошая команда и сыгранная, и уже много лет играют вместе. Мы можно сказать, создаем молодую, боевую команду, и мы очень рады и очень счастливы за ребят, что они оправдали сегодня все свои надежды, и опять же мы очень надеемся, что мы будем потихоньку, по шажочку именно идти вперед и прибавлять. В концовке матча был гол был забит за 15 минут до конца матча примерно. Какой был установка, игрокам давали установку на концовку матча? Как сыграть и... Наверное, установку, как и многие, дают. Ни в коем случае не садиться назад, а также продолжать играть вперед и пытаться забить гол. Потому что если... только бы отошли бы назад и только бы отбивались, то вы сами понимаете, рано или поздно что-нибудь могло случиться. Так что мы никогда не призываем ребят, чтобы они там удерживали счет или что-то такое в этом роде. Мы поддержим, все-таки любим и поддержим атакующий футбол. Предстоит два непростых выездных матча. Какой-то план подготовки уже есть? И дадут ли ребятам отдохнуть после этой игры? Не, ребятам обязательно дадим отдохнуть. Мы же тоже понимаем прекрасно, потому что проделана большая работа, и они на самом деле молодцы. Естественно, мы дадим отдохнуть. Опять же, посмотрим, как сегодня сыграли наши соперники. Проанализируем. Потом это обязательно расскажем ребятам. И, естественно, будем готовиться к следующему матчу. Потом сделаем... сыграем один матч, потом будем уже смотреть. И так, постепенно мы готовимся все время к следующей игре.